Ну, не знаю, мне вот удобно, ну, прям для большого пальца. Но когда у меня были вот такие ногти, типа вот, ну, сантиметра два, это было очень тяжело, у меня не срабатывали пальцы. Всем привет, ребята! Привет, Данил Денисов. Сказала всем привет, ребята. Какайка. Да? Я вспомнила эту девочку, которая глаза проверка. Ну да, Айка ее зовут. Да, да. Мне тоже показалось то, что очень похоже было. Ребята, мы ждем Макдональдс, вкусная точка. Хотя мы могли по факту сходить, взять с собой там 15 минут. Я говорила, пошли покушаем, такая, я без макияжа не пойду. Да, мне просто лень выходить. Я с Караганды вообще, но сейчас я в России, в Томске учусь. У него на жопе что-то было. Здесь ниточка, как будто что-то должно быть. Думаешь? Забрали у меня какую-то штуку. Может, у них, а у капибар есть хвост? Нет? Нет. Может быть, тогда это просто нитка вылезла, знакомиться? Да нет, наверное. Я устала вести эфир, на самом деле, хочется уже немножко. Привет. Меня очень пугает вот эта штука. Это значит, что в этой комнате раньше были тараканы. Да? Да, это мелок от тараканов. У них он там лежит. Are you from? Привет, привет. Я с Томска. Вообще рождена в Караганде, в Казахстане. Вот. И прожила там 17 лет. Честь имею. Классно. Вот. Спать хочу немножко. Классно, спасибо. Я так боюсь, я сейчас облокотилась к стене. Ты же не видела никакой живности за эти 3 дня в общаге? Нет. Даже на этом? На кухне? Нет. Слава богу, тут же тут. Ну, если устал, не веди эфир. Хорошо. Я скоро завершу эфир, как только нам привезут доставку. Мне надо педикюр приделать, ну ладно. Мне прям обидно то, что я не взяла шорты, сегодня такая жара. Привет. Что это за звук? Я захотела вкусить. Ну, это на улице что-то. Разве? Да. Вон. Может. А, нет. Да напишут, если что. Да. Привет, поздравляю тебя с днем рождения. Ты дева, да? И снова, у нас же сегодня 3 сентября, ребята, давайте все вместе. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Не могу. А, нашла. Я с Караганды. Это Казахстан. Сейчас я в России на учебе. 2-й год тут учусь. Мне интересно, что это за штуки. Ой, спасибо большое за подарок. За розу. Не знаю. Просто я помню, что говорили, у нас не должно быть пар в это время. Ты не со мной, ты записывал голосовое, да, я как дура не знаю. Нет, ну так я не смотрю, что ответила другого типа. Ну просто ты на меня смотришь, я думаю, блядь, наверное, со мной. Ну да, ты смотрела на меня, я думаю, наверное, со мной. Какая-то вы сегодня загадочная. А это хорошо или плохо? Я плачу от ваших смешных комментариев, ребята. Голос хитрый, а взгляд слезливый. Зевнула, ветер слезы. Это из-за прически, я сегодня загадочная.
такая кудрявая, мадам. Вчера, блин, я хочу выйти на улицу. Нет, я хочу, типа, с Лерой погулять, лосью. Я из России, да. Мне интересно, Катя с ночевкой уехала или нет? Не знаю, можно бы спросить. Не знаю, как Алису зовут, не знаю. Я ответила, что я из России, из Сибири, из Томска. Томск, Сибирия. Губы делала, делала. А, не видно? Губозакаточную машинку не надо. Спасибо за предложение. Привет, девушка. Рахмет. Сибирь. Нет, у нас сейчас 22 градуса. Спасибо большое. Очень красивая девушка. В губах нельзя было так делать, и так очень красиво. Ну, за комплимент, наверное, спасибо, но... Ребята, у меня насморк. У нас 50 градусов, классно. Что? В пустыне не игнорирую. Я не игнорирую. А, покажи язык, сори. Не увидела. 2 миллилитра у меня в губах. Нет, все, я не буду показывать. Отстаньте. Это родинка? Да. У тебя тоже родинка под губой? У меня 2 родинки под губой вот здесь. И одна на губе. И вот здесь еще одна. Ребята, ой, опять 50 человек. Как приятно. Ой, простите, я зубаю. Я хочу спать. Ой, ну может быть... Да, я люблю красную помаду. Я не красилась, правда, с того момента, как меня не допустили к экзамену. А на 11? Ну, норм. У меня слезы текут. Посмотри, где он. Посмотри, где он. Он еще даже не вышел. Точно? Да. Ты когда смотрела? Сейчас. А. Ну ладно. Вот. Не знаю. Я красной помадой редко пользуюсь по каким-то особым случаям. Особенно матовым я вообще перестала пользоваться, потому что... Не знаю, мне как-то нравится больше сейчас масло, блески и так далее. В основном момент, как я сделала губы. Фигуру? Нет, не покажу. Ребята, я очень удобно сижу на кровати. Я сделала губы, мне было 17, и типа, ну, через месяц должно было исполняться 18 лет. Я... Ну, не знаю, мне вот удобно, ну, прям для большого пальца. Но когда у меня были вот такие ногти, типа вот, ну, сантиметра 2, это было очень тяжело, у меня не срабатывали пальцы. Всем привет, ребята! Привет, Данил Денисов. Ты сказала всем привет, ребята? Как Айка. Вспомнила. Да? Я вспомнила эту девочку, которая глаза проверка сделала. Ну да, Айка ее зовут. Да, да. Мне тоже показалось, что очень похоже было. Ребята, мы ждем Макдональдс, вкусная точка. Хотя мы могли по факту сходить, взять с собой там 15 минут. Я говорила, пошли покушаем, такая, я без макияжа не пойду. Да, мне просто лень выходить. Я с Караганды вообще, но сейчас я в России, в Томске учусь. У него на жопе что-то было. Здесь ниточка, как будто что-то должно быть.